Друзья, давайте проверим качество связи. Всех вас приветствую. Давайте, как вам меня слышно? Как вам меня видно? Ну, отлично. Давайте начнем с вами сегодняшнюю работу. У нас с вами сегодня очень интересная тема. Маркетинг-план. Конечно же, если вы эту тему не знаете, если вы этой темой не владеете, то рассчитывать на какой-то более-менее нормальный доход в Oriflame, ну, я думаю, не стоит. Ребят, тема очень важная, поэтому если у вас есть люди, которые планировали зарабатывать в Oriflame, но сейчас они не на этом вебинаре, в ближайшие 2-3 минуты, пока мы будем знакомиться, вы можете их пригласить. Потому что, я уверяю вас, они очень много потеряют, не зная эту информацию. Как-то давно, когда я еще только пришел в этот бизнес, мне сказали, что тот, кто рассказывает маркетинг-план, тот и зарабатывает в Oriflame. Такая вот фраза была от спонсора, от моего. Я тогда еще был на 3%, ничего не понимал, поэтому просто доверился и начал рассказывать его. Вот я вам его сейчас и рассказываю. Давайте с вами знакомиться. Давайте немножечко расскажите о себе. Ребят, давайте каждый из вас напишите, пожалуйста, с каких... Ага, сейчас мне тут... Друзья, пожалуйста, напишите каждый из каких вы городов, чтобы мы с вами немножечко сориентировались. Я сам с города Барнаула, с Алтайского края. Ага, Саратов, Новосибирск, Барнаул, Златоуст, Яровое, Озерки, с Казахстана, Магнитогорска, с Грузии, Старолейки. Ой, отлично. Вообще здорово, замечательно. Я хотел бы продолжить с вами знакомство. Ребят, давайте так, чтобы я знал примерно по уровням, да, напишите свой процент. Если вы только консультант, то 0 или 3, 6, 9 или директор, да, или новичок. Так. 15%. Самый первый написал 15%. Новый. Так, ну в принципе... Ага, нет, есть новички все-таки. Я хотел сказать, новичков у нас немного. Новички есть. Есть у нас менеджеры. Есть 3, 6, 9. Так, понятно. Ну, вроде такая разношерстная у нас сегодня компания собралась. Это очень здорово. И последний момент. Ребят, последний момент. Я хотел бы сейчас, у нас сегодня заканчивается каталог, у нас осталось совсем немного времени перед тем, как сайт закроется. У нас сегодня 15 ноября, суббота, последний день каталога, и уже сегодня мы получили очень много новых уровней, и я хотел бы вас всех поздравить, ребят, от души. Хотел бы поздравить новых менеджеров, новых старших менеджеров. Это очень здорово. Я всех не знаю, да, я вот сейчас порадовался за нашего менеджера нового в первом уровне. Это Ксюша Гринько, новый менеджер 15%. Я очень рад, что у тебя получилось, Ксюша. Ребят, кто еще на новом уровне, можете написать фамилию, имя, уровень свой в чате, да, и мы вам сейчас поаплодируем, порадуемся за вас. Вот, поэтому такой у нас сегодня эмоциональный денек хороший, вот, поэтому вот такие хорошие яркие события. Ребят, ну, спасибо вам, что вы со мной познакомились, что вы рассказали о себе. Давайте теперь я с вами познакомлюсь. В Oriflame мы попали
совершенно случайно. Мы не планировали быть в Орифлейме. Мы с Ириной по образованию закончили Алтайский медицинский университет. Я по образованию врач-стоматолог, Ирина по образованию врач-провизор. И так сложилось, просто так сложилось, что в один момент жизни у нас не было денег. Мы начали искать и нашли Орифлейм. Орифлейм нашли как подработку. Мы не рассчитывали здесь зарабатывать огромные деньги. Ребят, мы просто хотели заработать 1000 рублей. Но получилось так, что Орифлейм нам дал гораздо больше. Так, подождите секундочку. Что-то у меня слайды почему-то перепутались. Что-то сегодня восстание машин небольшое. Да, вот. Давайте так вот. Что мы получили в Орифлейм? Во-первых, это, конечно же, доход. Да, то есть мы пришли сюда заработать 1000 рублей, но мы даже не представляли, насколько интересно и насколько прибыльно будет работать с компанией Орифлейм. Да, и, конечно же, сейчас наши доходы, они намного в десятки раз выше, чем средние доходы вообще по России. Конечно же, вот этот джентльменский набор, да, хотелось квартиру и машину. Мы это все реализовали, причем на элитном уровне. И, конечно же, в этот джентльменский набор входят путешествия. Да? Я вот сделал такой вот слайдик. Это те путешествия, которые нам подарила компания Орифлейм. Ребят, вот я не знаю, вам видно, тут мелким шрифтом, конечно, написано, видно вам или нет, но вот могу, в принципе, прочитать, да, то есть это вот с 2004 по 2014 год компания Орифлейм приглашает нас вот на такие поездки. Что мы получили в Орифлейм, да, это путешествие. Ребят, давайте с вами начнем нашу работу сегодняшнюю. Я сразу же хочу сказать, что я чат тогда сейчас не буду читать. Вы, пожалуйста, тоже сильно не отвлекайтесь. Вопросы по делу. В конце нашего вебинара я обязательно отвечу на все вопросы. Ребят, давайте с вами начнем. В чем же смысл этого бизнеса? Давайте так, по-честному. Я вам расскажу, что делает для нас Орифлейм. Смотрите. Орифлейм для нас изобретает новые продукты. Согласны с этим? Орифлейм для нас изобретает... Ведь это же не мы делаем. У нас нет штата ученых. Да? У нас... у нас, я не знаю, нет исследовательских лабораторий. Орифлейм своими мощностями. Давайте, знаете, даже я вот этот вот слайдик тогда сейчас вернусь. Одну секундочку. Так, где он у меня? Вот он у меня. И немножечко мы тогда сейчас еще его... Ребят, смотрите, да, что такое Орифлейм? В принципе, здесь у нас как бы сильно новичков нету, я хотел его пропустить. Но давайте мы немножечко это все-таки обговорим, потому что, как видите, у нас оказывается, мы сразу в разговоре к этому пришли. Ребят, начнем с того, что компания Орифлейм основана в Швеции в 1947 году. Это настолько мощный, это настолько проверенный временем гигант, что... В принципе, более надежного партнера найти очень сложно. Орифлейм работает более чем в 60 странах мира. Ребят, представляете компанию, которая завязана на одной экономике? Ведь это на самом деле опасно. Вот, допустим, посмотрите, что сейчас происходит у нас в России, да, с курсом нашей местной валюты. Может быть, где-то еще там в Украине сейчас что происходит, да? Но компания Орифлейм, в принципе, она не ощущает каких-то больших потрясений из-за этого, потому что ее капитал в более чем 60 странах мира. Орифлейм – это крупнейшая косметическая компания прямых продаж в Европе.
Ребят, это дорогого стоит, понимаете? Европейский рынок, он очень такой привередливый. Там есть уже все, что можно. И то, что потребители выбирают нашу компанию, это на самом деле большой-большой плюс к нашей компании. Ребят, ежегодный товарооборот более 1,5 миллиардов евро. 1,5 миллиарда, представляете? Я не представляю вообще. Это сколько миллионов, сколько тысяч евро, да? Огромные деньги, которые постоянно увеличиваются. То есть грамотное руководство компании приводит к тому, что этот оборот растет. Ребят, более 3 миллионов консультантов. Более 100 ученых в научно-исследовательском центре Oriflame. Представляете? 100 ученых. То есть это люди с высшими, там, с докторскими степенями, профессора, там, ну, что-то вроде Стикстена, да, которые просто каждый день приходят на работу. Ученые, не просто предприниматели или бизнесмены, а ученые, которые каждый день приходят на работу и пытаются сделать нашу продукцию еще лучше. Эта цифра, конечно, обалденная. 6 заводов по всему миру. Ассортимент более 1000 наименований. Ребят, и наши акции нашей компании котируются на бирже NASDAQ. Это тоже очень о многом говорит, о том, что в компанию Oriflame верят инвесторы. Вот, мы сейчас возвращаемся к тому слайдику, с которого мы перепрыгнули. Ребят, так вот, в чем же смысл этого бизнеса? А что делает Oriflame? Изобретает новые продукты. Да, вот я вам только что сказал, есть около 100 ученых в научно-исследовательском центре. А Oriflame разрабатывает новые каталоги. Это тоже огромная деятельность. Есть большой центр, по-моему, в Швеции, в Мальме, в котором люди за 6-8 каталогов начинают разрабатывать каталоги с учетом психологических моментов, с учетом того, что там есть кинестетики, есть там разные психотипы, есть сангвиники, там холерики, да. То есть так, чтобы понравилось всем, так, чтобы цепляло. Ребят, посмотрите наши каталоги. Это же просто как вот модный журнал. Это не просто прайс-лист, это уже как модный журнал. Компания Reflame печатает каталоги. У нашей компании есть свои леса, которые она рубит для того, чтобы напечатать каталоги. И эти леса возобновляемые. Она рубит и садит, рубит и садит. Дальше. Компания Reflame строит заводы. Строит заводы высшего уровня. Мы были в Стокгольме на заводе Oriflame. Вы знаете, это отдельный вебинар, надо на эту тему проводить. Там 500 фотографий у меня, как это все делается. Я скажу просто одну фишечку. Завод стоит в такой лесопарковой зоне, где стоят дорогие дома. Он полностью деревьями окружен, то есть его даже не видно и не слышно. И что интересно, завод выбрасывает воздух чище, чем он его поглощает. То есть там настолько степеней очистки так много, что воздух из него выходит чище, чем заходит. Вот такие заводы компания Oriflame строит. Дальше она производит продукцию. Дальше она организует и оплачивает доставку. Да, то есть вот из Швеции, из Индии, из Германии, из Франции, где там наши заводы, вся косметика приезжает к нам в Россию, в Новосибирск. И даже дальше она доставляет до каждого из нас в любой уголок России. А Oriflame создал сеть сервисных пунктов, и человек может заказать себе косметику, находясь даже в очень-очень далекой и глубокой деревушке. Ребят, и я даже скажу вам больше, Oriflame даже продает эту продукцию. Ведь консультант заходит на сайт, на свой номер, выписывает, выбирает СПО, и продукция ему приходит. Ребята, а что же остается нам-то? Ведь все за нас сделал Oriflame. А что остается нам? И пока вы думаете над этим вопросом, я сделаю глоток чая, wellness чая Relax.
С молоком и медом. Просто обалденный вкус, всем вам рекомендую. Поэтому, если я к концу вебинара начну засыпать, вы должны понимать, что чай релакс действует. Ребят, давайте разбираться, в чем же смысл этого бизнеса, если все за нас делает Oriflame. Вот здесь фирма, здесь есть, да, стандартная наша картинка, которую мы всегда с вами смотрим. Есть фирма, которая производит какой-либо товар, есть люди, которые хотят пользоваться этим товаром, и есть мы, которые хотят на этом зарабатывать деньги. Ребят, а теперь смотрите на нижнюю правую надпись. Мы ничего не разносим, мы просто даем информацию. Мы даем информацию человеку, чтобы он ходил не в Новокс, не в Литуаль, а в компанию Oriflame. Люди следуют вашим рекомендациям и делают покупки на фирме. А фирма готова платить вам за созданный товарооборот. Понимаете, вот она эта схема, которая обеспечивает нам такие высокие доходы. Мы ничего не разносим. Мы не набиваем сумку косметикой, а мы даем информацию человеку. Мы даем информацию, где он сможет совершить свои выгодные покупки. Понимаете? Поэтому вот, в принципе, смысл-то нашего бизнеса. Компания готова платить нам за созданный товарооборот. Вот это вот слово товарооборот, да, оно сегодня будет звучать очень часто в нашем вебинаре. Компания готова платить вам за созданный товарооборот. И товарооборот в Oriflame бывает двух видов. Первый – это личный товарооборот. Что такое личный? Это то, что вы покупаете для себя. Это ваши покупки, это покупки ваших знакомых, родственников, или ваша работа на холодном рынке. Я не знаю, стоит ли здесь много времени этому уделять. Мне кажется, здесь все предельно ясно. Ваши покупки. Ну, вы же моетесь, вы чистите зубы, все равно покупаете какие-то витамины. Зачем это покупать у конкурентов, если у вас есть свой магазин? Если вы пользуетесь, а вам за это еще и платят, зачем пользоваться бесплатно? Да, это вопрос денег. Но здесь еще есть вопрос качества. То качество, которое предлагает шведская компания Oriflame, на сегодняшний день очень немногие могут вам предложить. Поэтому мы покупаем для себя только в Oriflame. Следующий пункт вашего личного товарооборота – это ваши родственники. Ребят, ну вот не удержишься, а кому-нибудь расскажешь. Да они сами придут и выспросят. Поэтому есть многие, кто не захотел регистрироваться, кто не захотел строить бизнес. Они просто говорят, а мне вот это, а мне вот это. Мы сами звоним порой своим родственникам, бабушке звоним, да, в качестве подарка. Каждый каталог звоним, спрашиваем, а что тебе нужно, что тебе с Oriflame заказать. Ваши знакомые, ребят, ваши знакомые, которые на работе, дома вечером на кухне посмотрели ваш каталог и заинтересовались. Они покупают по цене каталога, вы покупаете по своей оптовой цене. Прибыль примерно 20% кладете себе в карман. Да, это тоже часть вашего личного товарооборота, потому что эти заказы вы пробиваете на свой номер. Ребят, и ваш холодный рынок. Есть очень многие люди, которые умеют работать с каталогом с незнакомыми людьми. Да, то есть, как бы вот есть очень много людей, которые логически правильно мыслят и очень сильные лидеры. И по большому счету им подойти к незнакомому человеку и дать посмотреть каталог не составляет никакого труда. Потому что в основном-то все причины, они какие-то глубоко психологические, да. Потому что вот не физические. Человек говорит, я не могу отдать каталог незнакомому человеку. И когда вы начнете разбираться, докапываться в глубину, вы поймете, что физически он все может. Вот вы у него спросите, у тебя рука разгинается? Да, разгинается. То есть ты можешь? Нет, не могу. А почему? Боюсь. Встречались вы с таким? Да? Человек говорит, боюсь. Вы начинаете спрашивать, а чего ты боишься?
Я всегда, знаете, как говорю? Я всегда говорю: слушай, скажи мне, дорогой, а что может быть самого страшного произойти, когда ты пойдешь отдавать каталог незнакомому человеку? Ну вот что может быть самого страшного? Ребят, напишите мне, пожалуйста, что может быть самого страшного? Я всегда говорю: тебя изобьют? Нет. Тебе в лицо плюнут? Нет. В тебя каталогом кинут? Нет. Тебя изнасилуют? Нет. А что может самого страшного произойти? Да, вот, Ир, спасибо. Скажут нет. Понимаете? Самое страшное, что может произойти, это человеку откажут. Поэтому, когда вы идете работать с каталогом, да, и вы должны понимать, что все вот эти вот страшилки, они только психологические, только они такие мнимые, не настоящие. Поехали дальше. Ребят, и второй вид товарооборота – групповой товарооборот. Это сумма покупок всех консультантов вашей группы в любом поколении. Ребят, товарооборот вашей группы, то есть групповой товарооборот, складывается из всех вот этих вот личных товарооборотов, всех людей, которых подписали вы, которых подписали ваши люди, которые подписали люди ваших людей. Понимаете, неважно, в каком поколении находится этот человек, это все вам учитывается в объем продаж вашей группы. Поэтому вот два вида: личный и групповой товарооборот. А теперь давайте смотреть с вами. А чем же нам... Ну, это, в принципе, мы разобрали, да, личный товарооборот. Цена товара в каталоге составляет 120%. Смотрите вот на эту вот отрезочек, да. Его большая часть, цена товара для нас 100%, примерно 20% торговая прибыль. Это денежки, которые вы кладете в карман, когда вы экономите, да, вы их не платите, потому что вы платите только 100% без торговой прибыли, когда покупаете для себя. И это денежки, которые вы кладете в карман, когда у вас кто-то заказал. Ребят, смотрите, очень простой пример. Вы показали каталог 5 людям и собрали заказ на 100 баллов. Это 3885 по цене каталога. Вы получили от клиентов 3885, а в Oriflame вы платите 3186. Поэтому ваша немедленная прибыль составляет 700 рублей. А теперь смотрите, что такое баллы бонуса. Нужно понимать, что в Oriflame есть своя внутренняя валюта. Oriflame работает в 60 странах. В 60 странах евро, тенге, доллары, рубли, что-то еще, я не знаю, валюта везде разная. И поэтому у каждой продукции есть балл бонуса, который, в принципе, нигде не меняется. Это цифровой эквивалент ваших усилий, затраченных на продажу данного продукта. Ребят, это внутренняя валюта компании. Один балл бонуса составляет 27 рублей. Смотрите. Для чего нам это нужно? Переходим к следующему слайду. Давайте так, ребята, из чего складывается товарооборот вашей группы? Как я уже вам сказал, это сумма покупок всех консультантов вашей группы в любом поколении. Посмотрите пример номер один. Есть лидер, у которого зарегистрировано два человечка. Каждый из них сделали по 200 баллов. И у лидера тоже 200 баллов. Ребят, сколько будет его групповой товарооборот? Отлично. Все правильно.
Хотя личных у него только 200. А вот смотрите, пример номер два. Каждый из его людей подписал еще по одному человечку. И они сделали тоже 200 баллов. Понимаете, в принципе, вот лидер самый первый, он даже действий-то никаких не сделал. Но он своих людей обучил подписывать кого-то. И поэтому у него получается уже групповых его 200, у него по два человека по 200 и у них по человеку по 200. Получается 1000 баллов. То есть вы сделали личный объем продаж 200, а объем продаж вашей группы 1000 баллов. Вывод, ребят, большие деньги только в больших организациях. Самому лично сделать 2-3 тысячи баллов, ну, в принципе, это уже, наверное, невозможно. Хотя, ну, если, даже если это возможно, вопрос, зачем? Поэтому давайте рассмотрим пример, когда нам нужно создавать большие организации и зачем. Смотрите, у вас у каждого есть прайс-лист Oriflame. И на обратной стороне есть вот такая табличка. В зависимости от баллов, на какой уровень объемной скидки в Oriflame вы выходите. Да? Вот сейчас вот мы поздравляли. Поздравляли мы Ксюшу, да, на уровень 15%. Поздравляли мы еще Вику, Риту, да, с 3% новых. Кого мы еще позвали? Марину поздравляли, Лия поздравляли. Никого не пропустил? Всех вроде, да, сказал из чата. Вот, как раз вот эти ребята могут себя сейчас увидеть на своих новых уровнях. 3%, 200 баллов нужно сделать. Ребят, личные или баллы персональной группы совершенно не важно. То есть это могут быть ваши, а это могут быть баллы ваших людей. Поэтому давайте с вами разберем вот такую вот ситуацию. Представьте, что это вот ваша структура. Это вы, и у вас есть 8 лидеров. У вас есть, ну, свои 200 баллов, допустим, личного объема продаж. И у вас есть 8 лидеров. Ребят, а сколько получается у вас групповых баллов? Вот так вот. Ну, 20 тысяч, да? Так, Ксюша что-то меня сбила. Я почему-то сейчас начал прикидывать, у меня 20 получилось. Ну, да, Галя правильно пишет. В принципе, нормально. 20 получается. Это даже 19-800 это хорошо. Ребят, вы находитесь... у вас 20 тысяч групповых баллов. На каком уровне вы находитесь? Сейчас, одну секундочку. Вы находитесь на уровне, вот у нас табличка, старший директор. Нет, ну да, тут уже старший директор, конечно. Но у вас 22%. Так, давайте я следующий слайд включу. 22%. Это тот уровень, от которого будут высчитываться ваши денежки. Смотрите, вот тот пример, который мы с вами взяли. Вот это вот все люди, они у вас зарегистрированы в первом уровне. Они у вас зарегистрированы в первом уровне. Смотрите, консультант Лена, у нее 200 баллов. Она вышла на уровень 3%. Вы находитесь на уровне максимальной скидки 22%. И хоть вы старший директор, хоть вы бриллиантовый, хоть вы там президент, да, это уровень максимальной скидки 22%. Разница между уровнем Лены и вашим уровнем называется у нас в компании межпроцентная разница. Как она высчитывается? Ваш уровень минус уровень вашего консультанта. 22% минус 3 равняется 19. Так вот,
В Oriflame деньги начисляются снизу, да? Сначала компания Oriflame выплачивает 3% с товарооборота Лены. Выплачивает Лене, да? То есть вот есть 200 баллов. Какой это объем продаж примерно? Ну, пускай это будет 6 тысяч рублей, да? Или может быть там сколько? Может быть меньше. Я плохо ориентируюсь в продукции и в балловой стоимости, если честно. Ребят, смотрите, сначала 3% с объема продаж получает Лена. Вы, как спонсор ее пригласивший, за то, что вы научили, за то, что вы обучили ее все это сделать, получаете межпроцентную разницу с ее группы, ребят. Это очень важно, с ее группы. У вас 22, у нее 3. 22 минус 3 получается 19. Ребят, а теперь скажите мне, пожалуйста, вот следующий консультант, Маша, она вышла на уровень 6%. Какой процент вы получите с ее объема продаж? Шестнадцать. Абсолютно верно. Ребят, вы получаете постоянно межпроцентную разницу. Смотрите, вот на этом слайде хорошо показано, да? То есть вот она вышла на 6%, вы получили 16. Саша вышел на 9%. Вы на 22. Он свои 9% забрал. Он свои 9% забрал. А вы получили межпроцентную разницу. 13%. Надя вышла на уровень 12%. У вас разница 10. Это вам платят за то, что вы ее вырастили. А Таня вышла на уровень 15%. 22 минус 15 равняется 7. 7% с группы Тани вы получаете за свою работу. Нина вышла на 18%. 4% вам выплачивает фирма. Ребят, смотрите. Может у вас возникнуть такой момент. Слушайте, а нафига нам растить Нину, да, у которой всего лишь 4% мы с нее получаем, когда можно вырастить много Лен, которые выйдут на 3%, и вы будете получать с них аж по 19% с каждой. Возникает такая мысль или не возникает? Может быть, много-много-много трехпроцентников вырастить и с них получать огромные деньги по 19%. Ребят, но я вам хочу сразу сказать, проценты – это понятие относительное, да? Это очень относительное понятие. Можно, я не знаю, получить в подарок 100%, я не знаю, акций какого-нибудь Барнаульского шинного завода, 100%. А можно получить 1% акций Газпрома. И вы знаете, этот 1% будет сильнее, чем 100. Поэтому проценты – это величина относительная. Соответственно, 3% вы получаете с малого объема продаж, с, не знаю, там, с 5-6 тысяч. Ой, 19%, да, с объема продаж трехпроцентника 5-6 тысяч. А 4%, вот эти вот маленькие процентики, которые нам кажется, что они маленькие, вы получаете с объема продаж Нины, у которой 18%. А 18% это, я думаю, 120-130 тысяч, наверное, объем продаж. Понимаете, это совершенно другие деньги. И еще такой момент. Как вы видите, межпроцентная разница с каждым уровнем новым все уменьшается и уменьшается. Если с 3% вы получали 19%, с 9% 13, поменьше уже, да, с 15% 7, еще меньше, и с 18% 4, совсем мало. И вот у вас появилась Юля. Она вышла, у нее 8 тысяч баллов, она вышла на уровень 22%. Ребят, и межпроцентная разница исчезла совсем. По идее, объемную скидку мы за Юлю не получаем. Вопрос. А выгодно ли компания Reflame, чтобы были
Выращены 22%-ники. Ответ. Конечно, выгодно. Да, абсолютно верно. Ребят, 22%-ник – это человек очень стабильный, очень надежный. Он получил хорошие деньги от компании. Он уже никуда не денется. Это очень-очень выгодный для Арифлейма человек. Поэтому вас, как спонсора, поощряют выращивать вот таких вот людей. И вы получаете уже не объемную скидку, а бонусы за то, что у вас появился 22%-ник в первом уровне. Ребят, и как вы видите, объемная скидка уменьшалась, уменьшалась, и за 18%-ника платят 4%. Такой объем продаж огромный, да, 4%. Так вот, а за 22%-ника вам выплачивают бонус 5%. Объем продаж больше, но и бонус стал больше. Поэтому самое выгодное дело в Oriflame – это выращивать 22%-ников. Потому что за них фирма платит огромные деньги. Это называется бонус Oriflame, директорский бонус. Об этом на следующем слайде. А пока хотел бы задать вам несколько каверзных вопросов. Ребята, вот смотрите. А есть у вас вот Федя. Так, директорам просьба сейчас не отвечать, потому что я знаю, что вы все знаете, конечно же. Видите Федю? Он в левом нижнем углу монитора. 100 баллов у него. Вы его тоже пригласили. Он просто не успел еще выйти ни на какой уровень. Вот он только 100 баллов сделал. Ребят, а сколько вы получите с объема продаж Феде? И сколько он получит со своего объема продаж? Так. 22%. Абсолютно верно. 22% вы получаете с объема продаж всех консультантов, которые еще не вышли ни на какой уровень. Ребят, и если у вас есть личные 200 баллов, сколько вы за них получите? С них? Тоже 2%. 22%. Да, 22 минус 0 равно 22. Абсолютно верно. Ребят, и если у вас есть личные 200 баллов, вы тоже получите скидку 22%. Поэтому для тех, кто на уровне директор, покупать в Арифлейме в два раза выгоднее. Такой секрет открою, который не все знают. Потому что консультанты могут купить с 20% скидкой от каталога. То есть они смотрят в каталог и видят цену и думают: о, я возьму подешевле, минус 20%, да, как для дистрибьютора. Но вы должны понимать, что директора возьмут еще дешевле. Потому что они просто закажут для себя, а в конце месяца компания перечислит вот эти 22%, которые нам заплатят вот по маркетинг-плану. Поэтому получается на самом деле скидка около 44-42%. Когда вы покупаете для себя. И последний вопрос, такой вот заковыристый вообще, ребят. Вот смотрите, у вас есть 18%-ник Нина. У вас есть... Так, ну что там, Ксюша? Поздравления у нас. Надя, которая только что вышла на 15%. Надюш, мы тебя поздравляем. Это очень здорово. Большая молодец. Вот мы сейчас как раз обсудим по маркетинг-плану на 15%. Смотрите, а у меня Надя на 12 написано. Вот надо переменять было. Ребят, ну давайте сосредоточимся, поехали дальше. У меня для вас на самом деле вопрос-то на засыпку. Смотрите, у вас есть Нина, которая вышла на уровень 18%. И с ее объема продаж вам заплатили 4%. Она получает со своего объема продаж 18%, но у нее есть лидер Валя, которая имеет 1000 баллов. Скажите мне, пожалуйста, сколько Нина получит с объема продаж Вали?
9. Абсолютно верно. Нет, не 13. Смотрите, Валя имеет 1000 баллов. Она вышла, получается, на уровень 9%. У нас 200 баллов – это 3%, 450 баллов – это 6%, и 900 баллов – это 9%. У Вали 1000, она на 9%. Соответственно, со своего объема продаж она получила 9% свои честно заработанные. Нина находится на уровне 18. Вы вот выше Стас и Танюша, да, написали где-то вот хороший такой момент, да? 22 минус 0 равно 22. Вот нужно математически здесь мыслить. Смотрите, Нина на 18, Валя на 9. 18 минус 9 равно 9. Очень просто все. Соответственно, Нина получает с Валиного объема продаж 9%, межпроцентную разницу. А вы получаете с объема продаж всей группы Нины 4%. Абсолютно верно. Смотрите, ребят, но группа Вали 1000 баллов – это только 1/5 часть группы Нины. Поэтому Нина получит с 1000 баллов Валиной 9%, а со всей остальной группы, так как там нет процентников, да, у нас ничего не обозначено, а со всей остальной группы Нина получит свои 18%. Понимаете? Ребят, вот здесь вот с этой таблицей очень важно разобраться. Но, как я вам сказал, самые выгодные люди – это 22-процентники. Люди, которые вышли на уровень директора, и компания Oriflame начинает вам платить за них бонусы. Бонусы – это шведская пенсия, ребят. Это очень хороший, достойный европейский доход. Посмотрите, как это работает. Вы знаете, я не буду там очень глубоко вникать, потому что компания Oriflame сейчас сделала огромное количество бонусов, да, и они очень интересные, очень прибыльные. Но самое главное вам понять принцип работы. Представьте, вы вышли на уровень 22%. Под вами появилось два человечка. Ребят, за каждого из них компания Oriflame выплачивает вам 5% бонус Oriflame. Это примерно 10 тысяч рублей. Я всегда рассказываю на презентациях о том, что это очень выгодно, это очень важно. Ребят, 22-процентники – это очень автономные люди. Один раз научив его работать, вы потом уже очень мало туда времени и энергии вкладываете. То есть сделали работу один раз, и оно работает. Но каждые три недели фирма платит вам 10 тысяч рублей за то, что вы сделали когда-то. Если под ним появляется 22-процентник, да, вот он у меня в третьем поколении, да, нарисован сейчас, то лидер, который его пригласил во втором уровне, получает 5% бонус Oriflame. А вы получаете золотой бонус. По идее, вы его-то и сами и не звали. Но фирма даже за это вам платит. Золотой бонус примерно 4000 рублей. Ребят, вроде сумма маленькая, но этих людей может быть гораздо больше, потому что не сами вы их приглашаете. Они там разрастаются как грибы. И эти 4000 легко превращаются в 40, и в 50, и в 60. Дальше есть бонусы 0,5, 0,25, 0,125. Ребят, 0,0625. То есть за третье, четвертое, пятое, шестое поколение вы получаете деньги. Шестое и ниже там компания Oriflame оплачивает глубину. Поэтому нам очень важно сделать так, чтобы не просто вы стали здесь успешными, а чтобы ваши люди стали здесь успешными и зарабатывающими. И чтобы они очень-очень быстро добились вот этого первого важного ключевого результата 22%. Ребят, давайте подведем итоги. 22% продержался 6 месяцев, получил квалификацию директора, получил премию 1000 долларов. Я хочу сказать сейчас, по нынешнему курсу доллара очень выгодно премии получать.
ребят, и получил доход примерно 30-40 тысяч рублей. Помог двум своим знакомым выйти на уровень 22%, получил квалификацию золотого директора, получил премию 2000 долларов. Зарплата примерно в месяц к этому моменту 50-70 тысяч рублей, и ты получил подарок, приглашение на золотую конференцию. Компания Oriflame организует для золотых директоров элитный отдых на лучших курортах мира, в лучших отелях, неделя за счет компании Oriflame. Я вот вначале вам слайд показывал, Канарские острова, Италия, Испания, ну, очень много стран, которые мы посетили вместе с компанией Oriflame. Ребят, 4 группы, которых вы помогли выйти на 22%, квалификация сапфировый директор, премия 4000 долларов и зарплата примерно 100-120 тысяч рублей. 6 групп бриллиантовый директор, 6000 долларов премия, бриллиантовая конференция добавляется, золотая проходит летом, бриллиантовая проходит зимой, в январе это элитные конференции. Для нас это были Дубай, остров Бали, Бразилия, Кейптаун, Африка. И вот сейчас в январе будет поездка в Сингапур в супер-супер крутой отель. И доход примерно 150-200 тысяч рублей в месяц. Ребят, всего лишь 6 человек нужно найти среди своего окружения, 6 человек, которым нужны деньги. И вы за это будете получать 150-200 тысяч рублей и помочь им стать здесь богатыми. Блин, но это не так много, друзья мои. Многие люди всю жизнь работают за 10 тысяч рублей в месяц, всю жизнь. А здесь я предлагаю вот такую вот карьеру. И самое главное, что это не предел. И самое главное, что это не предел. Поэтому вперед в бриллианты. Я вас приглашаю в бриллиантовую команду. И теперь хотел бы услышать ваши вопросы, если они есть. Если вопросов нет, то с вами попрощаться. Так, вот пишут. Почему у нас люди такие глупые, не хотят приходить в компанию? Тут реально платят, а они бегут куда-то. Вы знаете, вот это наша работа, в этом наша работа и заключается. В том, чтобы находить людей и рассказывать им, как мы видим этот бизнес. Вы знаете, люди бегут, потому что они до этого увидели неправильных сетевиков. Они увидели людей, которые ходят с сумкой на плече. Они увидели людей, которые... Где-то. Ага. Вот, поэтому они получили какой-то негативный опыт. Соответственно, поэтому и бегут. Ребят, вы своим успехом можете им показать, что и в Oriflame хорошо. Понимаете? Вы своим успехом, своим образом жизни, понимаете, вот мои знакомые, они не сомневаются, что в Oriflame можно заработать. Даже те, кто не подписался. Вот у меня много друзей, мои друзья там со стоматологического факультета, где я учился в институте. Ребят, никто из них не сомневается, что в Oriflame есть деньги. Знаете почему? Потому что я за ними заезжаю на черном ленд-крузере Prado. И приезжаем мы к нам домой, в квартиру в 200 квадратов. Ребят, и вопросы автоматически снимаются. Почему-то как-то они мне не говорят, что в Oriflame невозможно заработать. Понимаете? Поэтому ваш успех здесь может стать ключевым для многих ваших знакомых. Поэтому будьте здесь успешны. На начальном этапе работайте очень интенсивно, вот до того момента, пока вы не вышли на хорошие деньги. И вы знаете, и просто верьте. И просто верьте в свою мечту, верьте, что у вас получится, потому что все самые успешные люди, все самые богатые люди в начале своего бизнеса, они тоже сталкивались с непониманием.
и там и Apple, и Microsoft, и большие сталелитейные магнаты, я не знаю, любую историю успешного человека почитайте, и вы увидите, что у него были такие периоды. И только благодаря своей вере в свое дело и в свою мечту у них получилось, и они стали супер богаты. Поэтому я желаю вам верить в себя, верить в компанию Oriflame. Я хочу сказать, что мы как спонсоры в вас очень верим. И я хочу поздравить еще раз всех новых уровней сегодняшнего каталога. У меня аж в горле пересохло про личный товарооборот 1284 балла. Ребят, давайте поздравим Наташу Дергунову, да, большая молодец. Человек, который пришел в Oriflame и сказал, только я продавать ничего не буду. Вот это если она не продает на 1200, на 1300 баллов, что же будет, когда она начнет продавать? Девочки, вы молодцы. Все большие молодцы. Я всех поздравляю с успешным завершением каталога. Я хочу сказать, что у нас каталоги сейчас будут еще интереснее, еще интенсивнее, да? У нас сейчас предновогодний, у нас сейчас февраль-март, День Святого Валентина, 8 марта, да, 23 февраля. Это все отличный период, чтобы заработать огромные большие деньги. Но для этого нужно рекрутировать. Поэтому приглашайте людей на наши презентации и рекрутируйте очень активно. Это ключ к успеху. Ребят, всех поздравляю, всем спасибо.